Друзья, всем привет! Вы смотрите инста-новости своего «Поехали!». Китайцы оценили. Курортный парк Кисловодска посетила делегация топ-блогеров из Поднебесной. Непонятно только, почему этих топ было всего двое. Сколько же у них подписчиков? Так вот, им показали Тиринкуры, Канатку, Долину Роз и прочие наши красоты. Ждем теперь сотни миллионов лайков. Ну и гостей, конечно. Нихао по-ставропольски. И снова придумываем имя. На этот раз для строящегося в Новоалександровске спортивного комплекса. Глава района Сергей Сагалаев в своем инстаграме объявил конкурс на лучшее имя. Сергей Федорович, вот наш вариант. New Alex Arena. В Невинномысске, как и в Кисловодске, белки тоже не боятся людей. Вот эту сняли во дворе школы номер 11. Ученики, судя по всему, их не обижают и правильно делают, когда на окружайке официально можно глазеть в окно. В прямом эфире чего только не случается. И вот еще один пример. Во время прямого эфира на одном из греческих телеканалов в кадр вошел гость, которого не ждали. Жужматикош, ляжу. Έλα, ляжу μου, έλα. 300 σπίτια λέει τουλάχιστον. Ναι, γεια σας, καλημέρα, έχουμε ένα θέμα. Γιώργο, μ' ακούς, έχουμε ένα γουρούνι εδώ πέρα το οποίο μας κυνηγάει από το πρωί. Нормального такого размера свинка. И, как видно, очень хотела познакомиться с нашим коллегой. Корреспондент выкручивался как мог, но Хрюша победила. Когда очень хочешь порадовать лучшего друга, все средства хороши. Вот как в этом случае. Друзья очень долго были в разлуке, целый год. И один из них сделал вот такой сюрприз ко дню рождения. Реакция именинника просто бесценна. Вот что значит настоящий верный друг. Какой же сегодня день, спросите вы? День пьяного ежика. День профессионального бухгалтера. День придумывания новых слов. И один из главных национальных праздников США – День благодарения. Давно мы вам котиков не показывали, обычных котиков. Исправляемся, это ежедневная милота. Друзья, всем хорошего дня, берегите себя, своих близких, оставайтесь со своим, пока, увидимся!